В Шымкент прибыла делегация соседнего Узбекистана. В третьем мегаполисе Казахстана соседи планируют открыть предприятие, реализовывать готовую продукцию по оптимальным ценам. При этом большая часть рабочих мест будет закреплена за местными жителями. Интересуют предпринимателей из Узбекистана инвестиции в туризм и легкую промышленность. В первую очередь мы бы хотели вообще изучить переработку хлопка в Республике Казахстан и в дальнейшем поставить производство.